Сотрудники МВД России по Амурскому району задержали 20-летнего подозреваемого в угоне автомашины Honda. В районный отдел полиции за помощью обратился житель города Амурска. Мужчина рассказал о том, что в вечернее время отдал машину на мойку и договорился с работниками автомойки забрать ее утром. Однако утром машины там не оказалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего ранее судимого за имущественные виды преступлений работника автомойки. Подозреваемый находился в автомобиле заявителя. На автомобиле обнаружены следы повреждения. Доставленный в отдел полиции злоумышленник пояснил, что после того, как помыл машину, решил за ней съездить за пивом. В результате маневрирования во дворе одного из домов совершил наезд на два автомобиля, чем повредил их и автомобиль потерпевшего. Умысла на хищение машины у подозреваемого не было. Планировал к утру вернуть ее на автомойку.